Вот, друзья, и туалетик у нас появился. Значит, это большая машинка, развозит много туалетов. На ней сразу, вот я вижу, 10 помещаются, да, там 2 в рядок. Вот они тут, 2 в рядок и 5 в длину там сзади. Вот у них площадочка выставилась. Вот, так что у нас теперь свой туалетик лицом к нам, не на улицу, а к нам. Хотя, в принципе, при проходе по улице могут случайные граждане тоже воспользоваться. Никто их за это ругать не будет. Так вот, все культурненько.